еще раз здравствуйте. Нам тут посоветовали посмотреть Black Star. Как написано? Песня называется «В щепки». Black Star. Black Star, что там написано? Black Star. Найди свою силу. Давайте посмотрим. У них клипы практически как фильмы, поэтому... Black Star Mafia. Найди свою силу. Чёрную силу. Ещё. О, там... Оу. Худяков. Сила этого бита. Плюс сила моего слова заставит вас крикнуть вау. Плюс может убить. Не, ну так нечестно начинать в клип первые строчки с мода. Типацы, нет силы среднего пальца. Вот мой ответ вам вкратце. Сидя на голову Бесси, бро. Любого замеса амбассадор. Джеймс и Брон и Джейсон Бо. Стреляю всем фоком и по-по-по. Я на низком флексе, но это прикольно. Снято, в общем-то. В каждом своем тексте я тебе обращаюсь. Можешь сделать большой? Чем сила, брат? Чем, чем сила, брат? Чем, чем, чем сила, брат? Найди свою силу. Чем сила, брат? Чем, чем, чем сила, брат? Тимати, да? Чем, чем сила, брат? Найди свою силу. Что-то, а где вся мафия? Мне нравится мелодия. Большой бизнес, угадай кто? Угадай кто? Я выгляжу стильно, даже надел два пальто. Даже надел два пальто. Даже надел два пальто. Ты понял то, что я сейчас сказал? Мне нравится мелодия. Мне нравится мелодия. Это потому что я уже влияние не получаю. Они говорят, я надену пальто. И я говорю, мне нравится мелодия. Меня улица так воспитала, ты вряд ли меня напугаешь дворами. Ни капли, ни фото, улыбчивый хиппи. Ах, с небом тут цветами. Да ему уже можно и не петь. Просто танцовка. Найди свою силу. Ему достаточно быть в этом, просто в клипе. Найди свою силу. Мне не в деньгах счастье. Ну зачем себе врать? Говорю обычно бывшим. С меня нихуя взять. Суперсила — это секс без остановки. Рейс Москва, Дубай, смена обстановки. Вы хотели движ, и на трек вернулся. Интересно, когда вот ладно, что-то по интернету смотрели, да? Клип. А вот то, что вот, когда нецензурная лексика идет по телевизору, запикивают? Я думаю, что да. Целый лям стоит, и тебе голову вскроют. Это Спарта? Нет, Троя. В чем сила, брат? В чем сила, брат? Ах, блин, я как-то же когда смотрю на эту куртку, я не могу успокоиться. Ему столько комментариев написали про эту куртку. Ну, вначале все его, все к нему докапывались, где он купил эту куртку. Он потом написал, где он ее купил. Потом они начали говорить о том, что он, короче, ну типа, бомжует на рекламе, короче, зарабатывает. Да, некоторые даже сказали, что он, короче, на вырост покупает шмотки. Да не, это все стиль. Не, ну просто... Людей не поймешь. Короче, ну понятное дело, что он психанул в конце и написал, короче, ну, что это все. Чтобы они поняли. Короче, пора прокачать для кого-то. Да, мне понравилось. Ну, во-первых, нечестно было начинать с мота. Мне мот нравится. И... Ну, мелодия прикольная. И такая, ну, танцевальная музыка, нормально. Можно под нее подвигаться даже таким старпером, как мы. А вам понравилось? Если вам понравилось, ставьте лайки.